Південної 51-ї колонії засуджені обирають президента. Минулого разу під час першого туру явка була майже 100%. Цього разу очікують такий самий результат. З близько 5000 засуджених право проголосувати мають майже всі. Детальніше про вибори в колонії далі у сюжеті. За перший час голосування свій вибір зробили близько сотні засуджених. Право проголосувати тут не ігнорують. Минулого разу була майже 100% явка, цього разу сподіваються на таку саму. Открылись мы вовремя, 8 утра, нарушений никаких нет, все хорошо у нас. Мы надеемся, что все пройдет спокойно, хорошо, организованно и что люди сделают правильный выбор. Засуджені у переважній більшості очікують на зменшення цін. Надеюсь, оно лучше, чтобы было все легче, подешевле был и хлеб, и сигареты, было, ну, как надо, как и народу легче было, и пенсии подняли, как, все как это самое, потому что очень сложно сейчас, тяжело. Газ подорожал, мы здесь как это самое есть, но там, да, а на свободе. Жду хорошей жизни, что жду? Хорошей жизни, как и все люди, что сюда ходят. Я осознанно и... Как разбираюсь немножко в политике. Изменения в стране к лучшему. Хочется всего, чтобы у нас все у нас поменялось в стране. Смотрел, читал, у нас газеты приносили, читал, да, осознанно подошел к ним. Всього у колонії перебуває майже 5000 осіб. Катерина Бабенко, Євген Руденко, 7 канал.